Девчонки, привет! Я иду с магазина Second Hand. Купила там несколько новых вещей себе с бирками. А сейчас пойду за Степой в сад. В общем, купила целый огромный пакет. Но там не только новые вещи, там есть, конечно, уже бэушные. Но там есть неплохая Zara, несколько вещей. Короче, я вам на себе потом покажу вещи. Ну, реально очень красивые, стильные. Вот, и ну, я выбирала так, чтобы поновее. Вообще очень довольна в этот раз выбором. И что самое интересное, ну, у нас же здесь как бы небольшой поселок. И я, наверное, единственная хожу в этот секонд-хенд, кто такая маленькая, худенькая. И поэтому на меня всегда есть вещи. Я сегодня одела свой новый комбинезончик от Балон. Вот, свою новую сумочку от Элеганзы с вышивкой. И свои новые Атеко. Короче, и Атеко свои новые эти слепоны. Как они называются? Слепоны. Ой, не помню уже. Ну, в общем, так, пошла за Степой. Честно говоря, я очень удивлена, что такое вообще можно найти в секонде. Это Zara. Это хлопковое платье. Даже оно, я бы сказала, на лен похоже чем-то. Очень красивая, с карманами, очень легкая, двухслойная. Видите? Оно коротенькое. Я вам вставлю видео. Я в нем уже ходила. Очень комфортное оказалось. И это платьишко обошлось мне где-то около 300 рублей или 400. Слушайте, не помню. Там у нас, в общем, по весу как-то там мужчина развешивает. В общем, как развешивает. Короче, там мужчина-продавец взвешивает, и в зависимости от веса уже назначается цена изделия. Вот. Но есть какие-то акционные товары, к примеру, там все по 50, все по 150. Ну, в общем, так. Далее, девчонки, от этого я вообще в шоке. Короче, прикиньте, новое джинсовое. Ну, там смесь какая-то, но вообще оно как джинса с биркой. Оно мне вышло на 700 рублей, если не ошибаюсь. Но в магазине такое стоило бы 4,5-5 тысяч. Вот, полностью с бирочкой, новое, видно, что не ношенное. Опупенное классического вида платье. Прямо вот, знаете, оно по фигуре село. Хорошо все сшито. Шовчики все ровные. Это фирма Оазис. У меня, кстати, вот внизу это мое платье висит, которое я сама покупала тоже в Оазисе давно-давно. Такое красивое платьишко. Вот у меня две вещи от Оазиса. Только вот это я за 700 купила в этом в секонд-хенде. Честно, сама удивлена. Там такие пуговки металлические красивые. Вот здесь карманы обманы, а здесь уже очень хорошие карманы. Я вам тоже вставлю видео. Я там, конечно, криво-косо сняла, но да ладно. Вы, по крайней мере, увидите, как сидит на мне. Так, девочки, вот это вот платьице. Смотрите, оно прям идеально село на мою фигуру. Вот, по-моему, 700 рублей, если я не ошибаюсь. Но оно того стоит. Оно джинсовое, очень качественное. Два кармана, очень удобные карманы. Прям вообще и мобильник сюда практически влезает. Посмотрите, как село. Оно прям очень хорошо сидит по фигуре. С белыми слепонами моими смотрится прям шикарно. Вообще супер. Я уж извиняюсь, что у меня фон такой. Мне больше снимать негде. Сейчас тут без лифчика. Но вообще под него можно с рукавом футболочку одевать. Можно лифчик еще одеть будет так еще. Но мне и так хорошо. Вот смотрите, у меня волосы уже почти высохли. Вот скоро их уже пора феном сушить. Иначе они у меня будут как одуван. Ну вот, вот в общем, пишите свое мнение, как вам мои покупки в секонд-хенде. Я считаю, что очень выгодно. При том, что многие вещи, они практически даже какие-то новые, а какие-то непоношенные даже совсем практически. Вот такое платье за 150 рублей. Оно так качественно сшито. Это фирма H&M, вроде бы, если я не ошибаюсь.
H&M. Здесь чистый хлопок, очень плотный, двухслойный, вот в местах, где грудь. А на завязочках на шее, я извиняюсь, у меня здесь задний фон. Вот, а так оно вот прямое, смотрится такой, как сарафанчик. Мне как раз по колено. Вот, швы все ровные, выполнено очень качественно. Я уже давно не видела таких качественных платьев. Так, а вот и сарафанчик. Ну, естественно, он уже более по-простому смотрится после того шикарного платья. Чуть-чуть, как будто бы мне великовато, но, в общем, мне кажется, нормально на вырост. На вырост. Нет, нормально на даче ходить и просто на улице в жару очень комфортно. С какой-нибудь такой обувкой беленькой. Очень качественно сшито, вообще класс. Можно лямочки подрегулировать, вот так поменьше сделать, можно побольше. Длину лямок можно укоротить, можно пониже. То есть ростовку можно чуть-чуть отрегулировать. Девчонки, рубашка. Не знаю почему, отображается более таким каким-то оранжевым цветом. На самом деле такой розовый приятный оттенок. В полосочку фирма какая-то Соус или Саус. Вот, хороший хлопок, такая, знаете, как муслин. Очень приятная. Я тоже, по-моему, рублей за 100, что ли. Мы поедем на дачу, я туда ее отвезу, и вот на даче будет прям очень классно в ней ходить. Такая легонькая, приятная, хлопковая. Какая-то фирма Перпертуаль или Перпертуаль, короче. Перпетуаль какая-то, не знаю. Мне кажется, это, наверное, какая-то турецкая, что ли. Хорошая кофточка, ХБ с синтетикой. Очень приятно выглядит. Видно, что никем не ношенная, новенькая. Воротничок очень с красивой такой отделкой. Выглядит очень аккуратно, нежно. И цвет бирюзовый такой светлый. Слушайте, вообще очень красиво. Мелкие вот эти пуговки. Вообще, по-моему, рублей тоже за 100 или за 150, я уже не помню. В общем, я тогда накупила, у меня вышло на 2700, но я еще взяла две футболки, такие обычные, вот, ну, в хорошем состоянии. И у меня такая сумма вышла. И, кстати, вот эти вот шортики, по-моему, 50 рублей, что ли. Очень удобные, мягонькие, и они такие прям, ну, ткань такая мягкая-мягкая. Вот, очень классно смотрится и на лето. И вот эти штучки не отгибаются, они пришиты. Хотя фирма какая-то, видать, недорогая, но они вот очень мне подошли, мне нравится. И цвет сейчас тоже современный, модный. Решила вам показать свое платье Оазис. Давно не мерила, уже покупала его лет 6 назад, наверное. Оно такое длинное. Очень красиво смотрится. Его, конечно, надо укорачивать. Но оно чуть-чуть я, наверное, укорочу. Я в нем когда-то на корпоратив ходила. Вообще класс. Смотрится сейчас, по-моему, еще даже лучше, чем раньше смотрелось. Это после того, как Маша немножко вес набрала. Раньше-то весила 42 или 43, а сейчас уже 52 я вешу. Вот. Не, ну оно вообще класс. Как вам, девчонки, нравится? Правда, у меня тут кровать мешает обзору. Вот так вот. Вообще красиво. Мне такие фасоны идут, оказывается. Ох, красота неземная. Так, а это у меня платьишко Марк и Спенсер. И вот как хорошо смотрятся сандалики с этим платьем. Сандали с платьем, с этим смотрится суперско.